Откройте, пожалуйста, вместе со мной 7 главу Евангелия от Луки. Луки, 7 глава. История про слугу сотника. Одна из самых выдающихся встреч Иисуса в Новом Завете. Эта встреча необычна тем, что данный человек не иудей, а римлянин. Он римлянин. Он вырос в семье, где повсюду идолы. Идолами был обставлен весь его дом. И в таком доме вырос этот человек. Бог солнца, Бог луны, Бог любви, Бог войны. Для всего на свете был свой Бог. Такова жизнь римлян. И мы снова встречаем тот же принцип, который видели вчера. Эти принципы будут снова и снова видны, чтобы мы увидели Иисуса, постоянно применяющего те принципы, которым Он учит. Этот человек является не только римлянином, но еще и солдатом. Он солдат и начальник над другими солдатами. Он сотник, что теоретически означает, что он находится во главе сотни других солдат. Какое звание соответствует этой должности сегодня? Возможно, сержант. Под его руководством сотня солдат. Римские солдаты нагоняли страх на весь мир того времени. Они были далеко не ласковыми и добрыми людьми. Далеко не культурными людьми. Они были грубыми и бесстрашными. Они захватили всю Европу. Вы можете видеть свидетельства этому по всей Европе сегодня. Даже в Израиле, когда я был в последний раз, я видел искусственно построенный канал того времени для подачи воды, растянувшийся на 50 миль. Кто построил этот канал? Конечно же, римляне. Они захотели переправлять воду на такое расстояние. Их дороги также можно найти везде. Римская армия была, возможно, величайшей из армий, которую когда-либо видел мир. И Иисус, который живет рядом с этими людьми, практикует принципы, которые мы рассматривали вчера, но некоторые мы будем видеть также и сегодня. Первый из этих принципов гласит: Бог нелицеприятен. Вы помните женщину у колодца? Никакие этнические, культурные, социальные и половые барьеры не удерживали Иисуса, потому что для Него было главным, что перед Ним грешник, нуждающийся в благодати. И мы снова встречаем Иисуса, который снова показывает нам воплощение принципа безусловной любви. Он проявляет безусловную любовь и принятие к каждому человеку. Между прочим, взглянув на 9 стих, вы увидите, как в первый раз Иисус говорит нечто подобное. В конце стиха мы читаем: «И в Израиле не нашел я такой веры». О ком Иисус говорит эти слова? О римском солдате. Я надеюсь, что вы слышали эти слова. Читая эти слова, я вынужден признать, что Иисус не только проявлял безусловную любовь и принятие, Он признавал также и тот факт, что Дух Божий действует и за пределами того сообщества людей,
с которыми он имел дело. Этот принцип очень важен. Он говорит о том, что мы не имеем монополии на Духа Святого. Я порой бываю в местах, где вообще не слышали о Святом Духе. Но мы не имеем никакой монополии на Святого Духа. Тот факт, что мы имеем столько света, не означает, что мы имеем силу, которая будет сопровождать этот свет. В обладании этим светом нет никакой пользы тому, кто не ходит в этом свете. Такая ситуация, наоборот, является величайшей проблемой. Иногда я говорю людям о каких-то истинах, пожалуйста, не старайтесь это понять. Не стремитесь к этому, потому что я вижу все доказательства тому, что вы не будете ходить в этом свете. Ведь в тот момент, когда вы познаете Слово Божие, вы становитесь ответственными перед самим Богом за исполнение этого Слова. Итак, мы немного повторяем сегодня первый принцип и немного расширяем принцип безусловного принятия. Немного движемся дальше, выясняя, что Иисус признавал тот факт, что Дух Святой действует и трудится над людьми, которые находятся за пределами той группы людей, заявляющих, что они обладают истиной. Кто обладал истиной в те дни? Иудеи. Им было доверено Слово Божие. Но Иисус признавал тот факт, что это не давало им исключительных прав и монополии на Духа Святого. Нам необходимо открыть наши глаза, чтобы осознать эту истину, не так ли? Нам необходимо видеть, когда Дух Святой действует в жизни людей, и также видеть, когда этого не происходит. Мы продолжаем читать, потому что дальше становится все интереснее. Стих 2. Как мы можем знать, что Дух Святой действовал в жизни этого человека? Взгляните на второй стих. У одного сотника слуга, которым он дорожил. Вы понимаете, какие отношения были между слугой и господином в то время? Господин имел абсолютную власть над жизнью своих слуг. Он мог даже убивать их. Но мы здесь видим римского солдата, который имел великую власть, и что о нем сказано? Он дорожил слугой. В моей Библии сказано, что он высоко ценил этого слугу. Этот человек был человеком принципов. Он имел слугу, но обращался с ним совсем не так, как обращаются со слугами. Он обращался с ним как с человеком. И когда слуга заболел и, возможно, был близок к смерти, сотник искал возможности оказать помощь этому человеку. И он узнает об Иисусе, потому что в этой связи все говорят об Иисусе. Иисус знает, что этот сотник уже подает признаки отзывчивости по отношению к Святому Духу в своей жизни. Люди, задействованные в служении Христа, имеют способность слышать Христа в себе самих. И они знают, встречая кого-то, кто уже покоряется действию Святого Духа в своей жизни, они знают об этом и не смущаются от того, что данный человек живет не так, как они, или не мыслит так, как они. С проницательностью Иисуса в нас мы будем видеть, что Дух Святой действует в жизни многих людей, и мы будем смотреть глубже, чем просто на внешность, не так ли? Мы будем видеть то, что происходит в сердце. Видеть то, что Бог совершает в жизни какого-то человека. Вот что означает служение во имя Христа. Это служение состоит не в сравнении людей между собой и не в измерении их показателей. Это легко делать, особенно смотря на других христиан. Я недавно общался с пастором, который говорил мне о баптистах. Он сказал мне: «Они все филистимляне». Я сказал: «Простите». Эти люди вообще-то являются последователями Иисуса Христа. Они могут не иметь нашего понимания,
но они исповедуют имя Иисуса. А что плохого мы сделаем, если мы будем относиться к ним как к братьям и сестрам во Христе? Вы использовали нехорошее слово, филистимляне. Я просто шокирован этим. Потому что вы поставили непроницаемую завесу между вами и всякой возможностью иметь в общении с этими людьми шансы для того, чтобы делиться с ними новой возвышенной истиной и светом. Вы не можете осознать, что Бог действует на них. Если они откроют свои умы для истины, Бог будет продолжать вести их и открывать им более великий свет. Но в чем они нуждаются для того, чтобы это произошло? Аллилуйя! Они нуждаются в том, чтобы встретиться с кем-то, имеющим этот свет, и притом любящим их, и принимающим их безусловным принятием, и признающим тот факт, что они являются детьми Божьими, несмотря на то, что они все еще имеют младенческие познания истины. Ведь мы также имеем людей с младенческим пониманием истины в наших церквях, даже после многих лет познания истины, разве не так? Поэтому нам необходимо открыть глаза на это. Иисус показывает нам пример. Для Него не имеет значения, что данный человек римлянин, что он солдат. Иисус видит человека, имеющего сочувствие в сердце. И когда бы вы ни встретили человека, проявляющего сочувствие, то что вы должны сказать себе? Это влияние Духа Святого, потому что это качество не является качеством плотского сердца. Без Духа Святого мы все являемся такими же эгоистичными, как и все остальные. Мы думаем только об одном человеке, о человеке номер один в нашей жизни, то есть о себе. Но когда Дух Святой поселяется в нас, мы начинаем испытывать сочувствие к другим людям. Между прочим, какова ваша вера сегодня утром? Аллилуйя! Мы видим признаки жизни, свойственные нашей планете. Спасибо! Я чувствовал себя очень одиноко, без людей, сидящих на первом ряду. Затем я оглянулся и видел их. Это радостно. Спасибо, Джуди, за ваше участие сегодня. Первый принцип является чрезвычайно важным. Если вы имеете ум Христов, то вы имеете также Его проницательность. И вы тогда различаете действие Святого Духа и его влияние на сердца других людей. Вы становитесь настроенными на эту волну. И каким бы ни был невзрачным тот человек с физической и социальной точки зрения, это не имеет значения. Второй пункт связан с первым. Я не знаю, какой была проницательность этого сотника с самого начала, но хочу спросить, кого он попросил обратиться вместо него к Иисусу? Церковных старейшин. Заметьте это. Я думаю, что он слышал, что Иисус является иудеем. Сотник также имел какие-то отношения с иудеями из местной синагоги и даже помогал им каким-то образом. Поэтому его решение, по-видимому, является довольно естественным. Если я хотел бы попросить кого-то обратиться к Иисусу за меня, то я послал бы старейшин из моей синагоги или моей общины, потому что они, по крайней мере, знают меня. Но знали ли они его на самом деле? Стих 3. «Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его». Старейшины пошли просить за него. Как ему повезло. Они пришли к Иисусу. Этим людям было доверено Слово Божие. Они пришли к Иисусу. Эти люди должны были знать истину. Эти люди должны были светить среди мрачного мира. А в первом столетии мир был очень темным и мрачным. О мрачности мира в то время мы узнаем сегодня. Жизнь и свет всегда связаны с присутствием Святого Духа. Мир находится во тьме по той причине, что дети Божии не отражают его свет этому миру. Они не желают иметь с этим миром ничего общего, потому что полностью поглощены своей церковью.
Вы знаете об этом, не так ли? Вчера я разговаривал с группой людей, и мне сказали, что люди в обществе слышали бы меня с интересом. Я посоветовал обратить внимание на местную церковь, потому что происходящее в церкви отражается в обществе. И если в мире мы не видим интереса ко Христу, то это не потому, что они все равнодушны, а потому что в церкви они не видят ничего такого, что давало бы им этот интерес. Я слышу едва различимую реакцию зала. У нас опять проблема. Если в этом мире мы не видим интереса ко Христу, как бы больно это ни звучало, это происходит не потому, что они все равнодушны, а потому что в церкви они не видят ничего такого, что подогревало бы этот интерес в них. Только явное присутствие Иисуса в церкви сможет возбудить в них этот интерес. Знаете ли вы об этом? Иисус сказал, «Когда вознесен буду». Неважно, сколько программ проходит в церкви. Они хороши, я не возражаю против них, потому что они играют свою роль. Но независимо от миссионерских выходов, от нашего медицинского служения в обществе, все значение имеет только явное присутствие Иисуса в конкретной общине. Если вы приходите в какую-то церковь и не видите там любви, не видите принятия, не видите терпимости друг к другу, не видите радости от того, что кто-то более одарен, чем я, то мир говорит, да они же точно такие, как и мы. Мы живем в мире, где человек человеку волки, они поступают так же. Я слышал такие слова огромное количество раз. Поэтому я снова скажу о том, что только явное присутствие Иисуса в общине может возбудить в мире интерес к Нему. Однажды в субботу я был в Вашингтоне, я оказался совершенно свободным этот день, что для меня является очень редким происшествием. Я жил в Палм-Спрингс, и я был в своей местной церкви 3 раза за последние 5 лет, потому что у меня просто нет возможности приехать туда в субботу. Но теперь я был в Вашингтоне, где я живу уже 20 лет, и однажды у меня выпала свободная суббота. Я решил посетить церковь поблизости, в которой еще никогда не был. Моя церковь находится в миле оттуда. Я заехал в эту церковь после 11 часов утра преднамеренно, чтобы меня не попросили проповедовать. Я чувствовал нужду в том, чтобы самому получить духовную пищу. Я зашел в зал уже во время объявления и сказал себе, «Я как раз вовремя». Когда я проходил через вестибюль, один из старейшин как раз выходил из зала. Я хорошо знаю этого человека. Мы трудились вместе долгие годы. Он является одним из служителей Геракли конференции. Он остановился на меня и сказал, «Ливерсидж!» Я ответил, «Воплоти!» Мое неординальное чувство юмора порой сбивает с толку людей. И он говорит, «Что ты здесь делаешь?» Я отвечаю, «Как не тяжело тебе будет принять этот ответ, но я грешник, нуждающийся в благодати. Я заехал в эту церковь сегодня для того, чтобы напитаться, чтобы получить ободрение и увидеть Иисуса Вознесенного, чтобы моя надежда росла во мне». Он начал волноваться. «Неужели это единственная причина? Ты не будешь говорить о росте церкви и все такое?» Я отвечаю, «Да запретит Господь. Я здесь, потому что я нуждающийся грешник». Он говорит, это все упрощает. Я говорю, чисто гипотетически, что если я приехал бы сюда для того, чтобы говорить об этих же истинах Нового Завета? Неужели это было бы таким ужасным развитием событий? Ты выглядишь шокированным. Он говорит, я скажу тебе нечто. Но это между нами. Я отвечаю, я люблю конфиденциальную информацию. Но я должен признаться, что я также имею дар распускать свой язык, поэтому эта информация не должна быть слишком конфиденциальной. Он говорит, никто, ни один человек в нашем районе не имеет
ни малейшей заинтересованности в том, о чем говорится в этой церкви. Ни одному человеку не будет интересно это слушать. Ваша реакция была хорошей, правда, можно было бы и погромче. Я ответил, этого откровения я действительно не ожидал, когда зашел в эту церковь. В этом обществе, которое вас окружает, о вас имеет определенное представление, и вы имеете определенный имидж. Он сказал, мы отправили в каждый дом в этом районе приглашение на евангельские встречи, и ни один человек не пришел. Несмотря на то, что в каждый почтовый ящик этого большого района было опущено приглашение. А этот район является одним из самых больших пригородов в Вашингтоне. Я сказал, благодарен вам, что вы показали мне истинное состояние вашей церкви. Большое вам спасибо. Потому что степень интереса общества находится в прямой зависимости от духовного состояния этой церкви. Я открыл свою Библию и прочитал ему тот удивительный текст. Давайте на минуту откроем Евангелие от Иоанна, 17 главу. Я сказал, не желаешь ли ты услышать об этом из уст самого Господа? Иоанна 17. Стихи 22 и 23. Эта мысль повторяется в данной главе много раз, но в этих текстах эта истина высказана весьма сжато и сконцентрирована. «И славу, которую ты дал мне, я дал им», имеется в виду ученикам, «да будут едино, как мы едино, Божество едино, и все призваны представлять Божество в этом мире, призваны к такому же единству». Между прочим, если кто-то из сидящих здесь имеет дар и способность делить, вместо дара складывать и умножать, то я скажу, что я каждую неделю встречаюсь с людьми, которые, по-видимому, хорошо обучались, имеют ученые степени по искусству производить разделение. И при этом такие люди также имеют дополнительное образование по законничеству. Они знают, как взять общину, потенциально способную научиться любить и быть едиными, и в течение одной минуты лишить ее этой способности. И все повернуть таким образом, что разрозненность и разделение вынудит людей уходить, качая своими головами. Я видел такое снова и снова. Но трагедия заключается в том, что все это совершается во имя Бога. Я даже был вынужден советовать людям, утверждающим, что они сильно заинтересованы в деле Божьем, советовать им пойти и подумать о том, на какой стороне они находятся. Потому что Бог желает видеть своих детей едиными в любви. Означает ли это, что мы должны соглашаться друг с другом по каждому незначительному вопросу? У меня есть новость для вас. Вы можете возрасти в любви и единстве до такого этапа, когда вы согласитесь быть несогласными друг с другом в определенных вопросах. Меня однажды публично обвинил один человек. Я всегда следовал принципу, если какая-то проблема возникла на публичном уровне, то я решаю ее на публичном уровне. А если на личном уровне, то я решаю на личном уровне. Но этот человек атаковал меня публично. Я взглянул на него и сказал, «Мне нетрудно представить тебя, подкладывающего дрова в костер подо мной во имя Иисуса. Я не прошу тебя соглашаться со мной, но, пожалуйста, не прекращай любить меня просто по той причине, что мы не согласны во всех вопросах. Мы же являемся братьями во Христе, не так ли? Мы объединены. Я не ожидаю, что твое мышление будет точной копией моего образа мыслей, но я имею причину ожидать от тебя любви и принятия. Если мы в чем-то не согласны, давай молиться вместе, вместе изучать эти вопросы и думать, как они могут быть решены. Но, пожалуйста, давай не будем друг друга разрывать на куски, и особенно делать это во имя Иисуса. Об этом говорит Иисус, и, между прочим, эта проблема разрушает многие общины. Я особенно огорчен тем, что все это делается во имя того, кто сказал, «Да будут едино, как и мы едино». Взгляните на 23 стих, на эти важнейшие слова. «Я в них, и ты во мне». Иисус в Отце, Отец в Иисусе, мы в Иисусе, Иисус в нас, и поэтому мы также и
в отце. Это просто изумительно. Заметьте, к чему все это говорится. Да будут. Моя Библия говорит, да будут в совершенном единстве. Некоторые переводы говорят, да будут совершенны воедино. Я надеюсь, вы понимаете, что не существует такого понятия, как индивидуальное совершенство. Я надеюсь, что вы не проведете всю свою жизнь в попытках быть совершенным, потому что Бог уже объявил нас совершенными. Существует такое понятие, как зрелость, но зрелость не достигается в одиночестве. Как вы можете стать более любящим в одиночестве? Вы просто нуждаетесь в других частях тела Христова, чтобы ваша зрелость развивалась. Продолжение стиха также изумляет. «Да будут совершены воедино, и да...» Слышите ли вы эти слова? «И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их». Какой фактор пробудет в людях мира это познание и этот интерес? Подумайте очень хорошо, потому что сейчас настал важнейший момент, который часто проходит мимо. Какой фактор, исходя из этого текста, потому что нам нужно опереться на текст и взять из слов Иисуса ответ на вопрос, какой фактор откроет миру истину о том, что Бог послал Иисуса и что Бог любит их? Мне нужен ответ прямо из стиха, из первой части стиха. Прочитайте первую часть стиха. Вы можете это увидеть, чтобы начать возрождение вашей местности. Пожалуйста, не подсказывайте ей, потому что она размышляет. Первая часть 23 стиха. Я не слышу. Прочитайте, пожалуйста, первую часть стиха. Я в них. Продолжайте. И они во мне, да будут совершенно воедино. Мы должны быть. Мы должны быть с Ним, а Он в нас. И к чему это приведет, к какому состоянию? К единству. Аллилуйя. Я знал, что вы можете это увидеть. Слава Богу. Вы очень постарались сегодня. Я должен признать, что вы преуспеваете в исследовании Писания неслыханным образом. Вы увидели это. Желаете ли вы, чтобы мир вокруг вас был привлечен к Иисусу? Если это так, то перестаньте смотреть на них и удивляться их упрямству. Начните любить друг друга. В этом случае вы сделаете возможным излитие Духа Святого на вашу общину. Я уверяю вас, мир вокруг вас будет потрясен этим. Вам даже не нужно будет искать восприимчивых людей, потому что некоторые из них сами придут и постучат в дверь. Но нет же, мы то и дело проводим опросы, изучаем причины ожесточения окружающих нас людей. Я просто поражаюсь тому, с какой настойчивостью мы обращаемся к специалистам, не понимающим этих принципов, и спрашиваем у них, как нам достучаться до людей этого мира, полагаясь на их мудрость, в то время как Иисус уже открыл нам все секреты. Наш второй пункт также очень важен, и мы вернемся к 7 главе Евангелия от Луки, чтобы найти его там. Сотник избирает иудейских старейшин и посылает их к Иисусу, чтобы они обратились от Его имени. Какая ошибка! Заметьте, что они сказали Иисусу. Вы никогда не сможете послать более неудачную делегацию от своего имени к кому-либо, чем этот хороший человек. Обратите внимание на то, что они сказали Иисусу, как представители сотника. Стихи 4 и 5. И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря,
Вы не могли бы подобрать худшего слова, даже если их очень хотели бы. Просили его убедительно, говоря, он достоин. Другими словами, он достоин. Он заслужил. Между прочим, когда сотник немного сообразил, в чем дело, он решает послать своих друзей. Я хочу, чтобы вы увидели, как он дважды повторяет одно и то же. В конце 6 стиха написано, что когда он видит Иисуса, идущего к его дому, он говорит, «Не трудись, Господи, или не приближайся ко мне, ибо я недостоин». «Ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». И в 7 стихе он повторяет эту же мысль. «Потому, то есть по этой причине, из себя самого не почел я достойным прийти к тебе». И здесь он, по крайней мере, обнаруживает более ясное понимание истины. Я надеюсь, что сегодня мы снова убедимся в том, что достоинство коренится в искупительной смерти Иисуса. И посредством искупительной смерти Иисуса Бог оправдал нас. Он объявил нас достойными, праведными, святыми. Потому что Он взял чудное достоинство Иисуса и предложил нам Его взамен на нашу недостойность и греховность. В этом заключается величайшая сделка в истории Вселенной. И все же удивляет то, что такое небольшое количество людей осмеливается поднимать свои руки к небу каждый день и говорить «Благодарю Тебя». «Отче, благодарю Тебя, потому что Ты открыл свою любовь ко мне, когда я был еще грешником. Христос умер за меня». Я надеюсь, что сегодня утром вы испытывали эту благодарность. Потому что если это случилось в вашей жизни сегодня, то благая весть заключается в том, что, как и в случае с сотником, Дух Бога Живого уже пребывает в вас сегодня. Возможно, вы не чувствуете себя достойным. Возможно, вы сегодня говорите Богу, как я говорил этим утром, «Я бедный человек, и во мне нет ничего доброго, Господи, но верой я сегодня принимаю преимущество считать себя мертвым для греха. Не потому, что я чувствую это, а потому, что я принимаю Иисуса, который занял мое место. Я желаю, чтобы Он прожил во мне еще один день моей жизни». Какова ваша вера сегодня? Второй пункт очень тесно связан с первым, то есть безусловным принятием Иисуса. Я сейчас его озвучиваю. Духовное знание не всегда соответствует духовной проницательности. И в наших рядах становится все более ясным снижение духовной проницательности. Снижение духовной проницательности. Я изумляюсь, когда люди приходят ко мне и делятся своими библейскими открытиями, чтобы убедиться в правильном понимании. Я смотрю на них и говорю, это ясно открыто в Библии. Почему вы приходите ко мне и спрашиваете моего разрешения на то, чтобы сделать какой-то шаг, в то время как Библия имеет предельно ясное мнение по этому поводу? Вам не нужно иметь такое доскональное образование, чтобы знать ответы на ваши насущные ежедневные вопросы, потому что Слово Божие переполнено мудростью и советами. Между прочим, если вы желаете возрасти в духовной проницательности, секрет заключается в том, чтобы слышать Слово Божие и действовать в согласии с Ним. И вы будете иметь всю мудрость, которую Бог может в вас вложить. Говорю вам вполне серьезно о том, что существует все увеличивающееся доказательство тому, что духовная проницательность постоянно снижается, что является для меня признаком того, что Дух Святой постепенно удаляется от всякого человека, который не действует в соответствии с ясным «Так говорит Господь». Между прочим, в этом заключается наш третий принцип, явленный в этой истории.
Этот принцип весьма важен. Иисус с величайшим уважением относится к праву каждого человека поступать соответственно своей собственной вере. Он никогда не пытается опровергать и обесценивать любую позицию. Вы видите, что когда иудейские лидеры пришли к Иисусу, он не сказал им: «Возвращайтесь и скажите этому сотнику, что он ничего не понимает. Он не может быть достойным в моих глазах. Он будет считаться достойным только после того, как я умру за его грех, и он будет тогда объявлен праведным». Иисус не пытался исправить их представления и позиции. И это мне нравится в Иисусе. Он ведь мог произнести проповедь на эту тему и сказать им: «Пойдите, откройте ему истину, прежде чем я приду к нему». Это мог сделать кто угодно, но не Иисус. Иисус знает, что сотник не считает себя достойным. Сотник был неверно представлен духовными лидерами, которым недоставало духовной проницательности. Не знаю, как вы, а я не осмеливаюсь оказывать людям такое доверие. Мне нужно доверять только Господу и Его Слову. Если мне необходима будет духовная проницательность, то для того, чтобы ее иметь, я должен жить по Слову Божьему. В противном случае я буду только вводить себя самого в заблуждение. Я просто поражаюсь тому количеству людей, которые находятся в этой западне. И многие из них адвентисты седьмого дня. Они могут говорить странные вещи. Однажды на семинаре ко мне подошел молодой человек и сказал: «Брат Ливерсич, Бог повелел мне трудиться вместе с вами». Я ответил: «Какой же я счастливый человек». «Но почему я должен рассмотреть это предложение в вашем сотрудничестве со мной?» Он отвечал: «Это очень секретная информация». Я сказал: «Я не могу дождаться, когда вы откроете мне этот секрет». Он сказал: «Бог дал мне дар тайного языка. Всякий, говорящий на этом языке, может понять каждое слово в книге Откровения. Я мог бы приходить на семинары вместе с вами, и пока вы будете проповедовать, я буду учить людей этому тайному языку». Я сказал: «Я хотел бы послушать этот язык, потому что уже долгое время я верю в то, что дар языков — это дар иностранных языков, как это и было в самом начале. Можете ли вы заговорить на этом языке хоть немного?» Между прочим, этот молодой человек имел прекрасное образование, был хорошо одет и производил впечатление профессионала. Ему было около 40 лет. Он взглянул на меня. Я никогда не забуду этот момент. Он сказал: «Вообще-то, я прямо сейчас говорю на этом языке. Вы просто не можете слышать его». Я отвечаю: «Это для меня настолько же незнакомый язык, как и английский». Он говорит: «Вы будете сотрудничать со мной, правда?» Я отвечаю: «Неправда». Я сказал себе: «Как такой образованный, многообещающий человек дошел до такой точки, где он настолько вел себя в заблуждение, что, по его мнению, понимание книги Откровения можно свести к пониманию какого-то языка? Как это было бы просто? Мы просто изучаем этот секретный язык и читаем книгу Откровения со 100% точностью. Не нужно больше ни мыслить, ни исследовать, ни молиться о духовном просвещении, просто заговорить на этом языке, и все сразу открыто. Мне осталось только покачать головой и сказать: «Мне очень жаль, но я не думаю, что мы с вами будем сотрудничать». С годами постепенно у меня назревает понимание о том, что уже говорилось сегодня, то есть нет никакого преимущества в том, чтобы иметь свет истины и при этом хоть чуть-чуть возвышать себя на том основании, что мы имеем истину. Самая опасная вещь — это иметь истину и не поступать в соответствии с ней. Все это обязательно закончится самообманом и потерей духовной проницательности. И можно стать точно таким же ревностным человеком, делающим все свои дела во имя Бога. Я думаю, что люди в церквях находятся в гораздо большей опасности, чем люди в мире, потому что я не предполагаю, что люди в мире имеют понимание истины. Но находясь в церкви, я уверен в том, что пришедшие в нее знают истину. И когда кто-то приходит ко мне с подобным отсутствием духовной проницательности, я сразу же вижу и понимаю, что эти люди не поступают, а соответственно тому, что им открыто. И цена этого пренебрежение огромно. Поэтому третий принцип, который Иисус применял в служении, показывает, что Он признавал тот факт, что вы можете быть одним из духовных лидеров и не иметь духовной проницательности, если вы не поступаете соответственно открытому вам свету и Слову Божьего.
Какое великое значение имеет этот принцип, жизненно важное значение. Однажды молодой пастор позвонил мне и сказал, мне нужен совет. Я ответил, мне тоже. Он говорит, я серьезно, мне нужен ваш совет. Я отвечаю, что я могу для вас сделать? Он сказал, вы можете со мной встретиться. Мне порекомендовали именно вас. Я сказал, какой я счастливый человек. Он сказал, мне сказали, что вы можете поделиться со мной библейскими принципами, которые помогут мне понять, почему у меня такие большие проблемы. Я спросил, сколько вам лет? Он сказал, 30 лет. Я спросил, вы женаты? Он сказал, нет. В моей голове что-то щелкнуло. Это была догадка о том, что он собирается говорить об отношении с девушкой. Мы назначили встречу. Он спросил, могу ли я пригласить вас на ужин? Я ответил, конечно. Я буду счастлив выбрать ресторан для встречи. Я выбрал ресторан на пристани в Санта-Монике возле океана. В 8 часов вечера мы встретились, чтобы поужинать вместе. Целый час мы сидели и ужинали. Он не сказал ни слова. Я говорю, этот ресторан закрывается в 10 часов, в отличие от кафе напротив, которое закрывается в полночь. Я думал, что мы будем о чем-то говорить. Он опустил голову. И сказал, я помолвлен с девушкой. Я подумал, моя догадка верна. Он сказал, но у меня проблема. Но ты должен быть очень счастливым, говорю я. Помолвка — это очень счастливое событие. Он сказал, но в этом и есть проблема. Он опустил голову еще ниже. Я сказал, в чем проблема? Он сказал, она не... Его голова уже почти касалась пола. Она не адвентист седьмого дня. Я сказал, кто же она? Мне пришлось кричать, потому что его голова уже была на полу. Ему было очень стыдно от того, что ему придется сказать мне. Но я знал, что он скажет. Он сказал, она... Она член Римской католической церкви. Не имея ни здоровья, чувства юмора, которое проявляется в самый неподходящий момент. Поэтому я ответил, прекрасно. Ты будешь служить в церкви адвентистов, а она в католической церкви. Это будет великолепным союзом. Я сказал, извини меня за эту шутку. Я знаю, что эта шутка только убивает тебя. Он сказал, я не знаю, что мне делать. Я хочу, чтобы вы со мной помолились. У меня для тебя плохая новость. Я не буду молиться с тобой, ответил я. Но мне сказали, что вы будете молиться со мной. Я сказал, тебе сказали неправду. Я не буду молиться с тобой по той простой причине, что я уже знаю волю Божью по этому поводу. Его воля ясно открыта в Его Слове. Разве не так? Я даже могу процитировать тебе эти слова. Могут ли двое пойти вместе, не сговорившись? Что общего у света с тьмою? И, конечно, старое доброе наставление, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Я начал проводить ему эти стихи. Он спросил, вы действительно не будете молиться со мной? Да, я не буду молиться с тобой, ответил я. Я не собираюсь искушать Бога. Я знаю, что говорит Его Слово. Он сказал, а вы хотите, чтобы я пошел к ней домой и разорвал эту помолвку? Я сказал, тебе 30 лет. Я не собираюсь говорить тебе, что тебе нужно делать. Ты не ребенок. Я просто сказал тебе о библейских принципах. Я перефразирую вопрос. Если я пойду сегодня к ней и разорву эту помолвку, согласитесь ли вы с тем, что я поступил правильно? Я сказал, несомненно, но не по той причине, о которой ты думаешь. Он сказал, я думал, что причины ясны. Я сказал, ясны для меня. Я не видел этой девушки. Все, что я знаю, так это то, что она может оказаться искренней, богобоязненной дочерью Божьей, служащей Ему на основании того, что она знает и понимает. Я встречал таких католиков. И, честно говоря, она находится в большой опасности, потому что она близка к тому, чтобы выйти замуж за самого бестолкового бестолоча, не имеющего своих убеждений, самого несмышленного проповедника, адвентиста седьмого дня, которого я только мог встретить за много лет. Иди и разорви эту помолвку ради нее самой.
и тем самым спаси ее от агонии замужества за человеком, не имеющим в голове библейских принципов, чтобы исполнять их. За человеком, который нуждается в том, чтобы я помолился с ним, дабы ему знать, что ему делать. Между прочим, спасибо за ужин. Было очень вкусно. Он пошел к ней домой и разорвал помолвку в тот же вечер. Через неделю она позвонила ему. Оказывается, он ничего не рассказывал ей о своей вере. Она спросила, что же это за библейские принципы, которых я не знаю? И почему ты не рассказывал мне о них? Возьми свою Библию и покажи мне эти принципы. Невероятно, но я все еще люблю тебя, несмотря на все, что произошло. И в первый раз за всю историю человечества он взял с собой Библию и начал делиться с ней Словом Божьим. Ее сердце открылось, и она впитывала все. Через 3 месяца я услышал о деятельности этой общины в Лос-Анджелесе и также о том, что она приняла крещение. В то время я был еще в Вашингтоне, это было до моего перевода. Однажды утром зазвонил мой телефон. Я славлю Бога за то, что мой телефон высвечивает номер звонящих мне людей. Я взглянул на номер и сказал себе, «О Боже, это опять звонит эта бестолочь». Почему мне звонит эта бестолочь? Это может быть только по одной причине. Я поднял трубку и услышал, «Пастор, я бы очень хотел попросить вас». Я говорю, «Ответ нет». Он сказал, «Я же еще не задал вопрос». Я сказал, «Ответ нет». Я имею дар пророчества, разве ты не знал? Я знаю, о чем ты спросишь. Ответ нет. Он сказал, она приняла крещение. Я сказал, я знаю. Он сказал, мы женимся. Я сказал, я знаю. Он сказал, мы просим вас провести служение бракосочетания. Я сказал, я знаю. Ты что, не слышишь? Мой ответ нет. Я не буду проводить служение вашего бракосочетания. Он сказал, ну я надеялся, что вы согласитесь. Я сказал, я тебе вот что скажу. Еще 2 года свиданий. Вот что вам нужно. Если вы все еще будете вместе, тогда позвони мне, я проведу служение бракосочетания. Он сказал, но почему вы не хотите сделать этого? Я сказал, потому что эта девушка все еще в большой опасности. Она возросла в духе, но возрос ли ты в духе? Найди какого-нибудь другого пастора. Их там у вас много. Он женился через 2 недели. Что должен был сказать сотник? Взгляните на текст 7. Там записано одно из самых уникальных утверждений. Неудивительно, что Иисус сказал, «Я никогда не видел такой веры, даже в Израиле». Это относится к нашему 3-му принципу. Иисус уважал право людей действовать на основании их собственной веры, на основании того уровня, до которого они доросли. Он никогда не требовал делать что-либо, если люди были не готовы к этому. Но сотник говорит Иисусу, «Не приближайся ко мне, Господи, я недостоин того, чтобы ты пришел в мой дом. Я недостоин также и того, чтобы самому прийти к тебе. Просто скажи слово». В служении Иисуса мне больше всего нравится то, что Иисус знал, когда кто-то действует на основании веры, и Он уступал место этому человеку. Вы всегда можете определить служителя и сказать о том, что он имеет истинную веру по одному признаку. Если этот человек открыт для того, чтобы слышать Слово Божье. Позвольте этому Слову быть вашим величайшим инструментом служения. Вот почему Иисус постоянно цитировал Слово Божие людям, приходящим к Нему. И где бы он ни видел готовность слышать это Слово и действовать согласно Ему, он знал, что он должен уступить дорогу и позволить такому человеку действовать, несмотря на то, что он знал о том, что вера от Бога. Несмотря на это, он никогда не мешал людям проявлять веру. Я встречал много людей, которые во имя служения пытаются заставить людей проявлять веру подобной одной церкви, в которую я был приглашен, и мне сказали, что там будет крещение. Я отошел в сторонку, потому что должен был молиться с пресвитерами. Там был один молодой человек, который поднимал
руки, восклицал что-то и непонятно себя вел. Я спросил, в чем дело, и они ответили, что будут крестить его, но просто он немного стесняется и скромничает. И они привели его к воде и окунули. Я спросил, а как насчет преимущества действовать на основании своей собственной веры? Мне ответили, что ему необходимо быть пережить этот опыт. Я выразил свою неуверенность в этой необходимости. Этот человек сопротивлялся, даже болтал ногами, но они все равно окунули его. Иисус такого в своем служении не допускал. Когда Иисус слышит кого-то, кто говорит ему «Только скажи слово», для него такие слова значат «Я готов к тому, что ты будешь делать». Скажи только слово, потому что я верю слову. И этот принцип является величайшим служением. Где бы ни встречали людей, покоряющихся Слову Божьему, не имеет значения, где они находятся в социальном смысле, независимо от того, лидеры они или нет, это не имеет никакого значения. Все дело в восприимчивости человеческого сердца. Вы можете знать, что Дух Божий воистину действует в жизни такого человека. Его готовность слышать Слово Божие, действовать согласно Ему, играет решающую роль, независимо от того, каким бы выдающимся пастором он ни был. Тот молодой пастор продемонстрировал то, что можно проповедовать Слово Божие, в то же время не иметь готовности поступать согласно этому Слову. Мы будем подводить итоги сегодняшней встречи. Итоговые мысли. Когда Иисус видит проявление истинной веры, Он уступает дорогу и позволяет любому обладателю этой веры действовать согласно ей. И когда данный человек действует, Иисус не удерживает никаких благословений от данного человека. Что случилось, когда сотник вернулся домой? Взгляните на 10 стих. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Разве это не прекрасно? Вера сотника была вознаграждена. Она принесла благословение. Какова ваша философия служения? Готовы ли вы, во-первых, принимать людей безусловным принятием? Готовы ли вы принять тот принцип, что Дух Божий действует независимо от неверного исповедания истины в каких-то вопросах? Готовы ли вы принять этот принцип, независимо от принадлежности к церкви, от связи с церковью? Готовы ли вы принять тот факт, что мы не имеем монополии на Духа Святого? Что Дух Божий возвышается над всеми церковными организациями, трудится над всеми человеческими сердцами? Этот пункт очень важен, особенно что касается человеческих сердец, где есть готовность слышать Слово и действовать согласно Ему. Сегодня существует огромная нужда в людях, помазанных на служение, которые отражают свойства характера самого Господа. Эти люди не имеют предубеждений, они не больны исключительностью. Эти люди не ставят себя выше, не отделяют себя от тех, кому они служат. Они осознают, что Бог воистину трудится в жизни человека. И они готовы обнять любого человека, как дитя Божие, любить его, делиться с ним Словом Божьим, дать ему возможность поступать согласно Слову и идти к свету с такой скоростью, которую они выбирают сами, и твердо верить в то, что Бог дарует ему такое же благословение, какое он дарует и тем, кто знает истину в большей степени. Присутствуют ли в этом зале люди, которые переживают рост в вопросах служения? Если Дух Божий влечет вас сегодня, то я спрошу, какое слово мы повторяем каждый день? Покайся. Если ваше сердце влечет Бог, если Он призывает вас к служению, основанному на принципах Иисуса Христа, то встаньте со мной для заключения молитвы.
Это будет для Бога знаком того, что вы отзываетесь на Его призыв и каетесь в ваших предыдущих представлениях, которые, возможно, были у вас. Знаете ли, сколько у Бога таких сотников в мире? Некоторые из них даже и не произносили никогда слово «христианин», но они являются детьми Божьими, потому что вы увидите в их сердцах отзывчивость к живому Слову Божьему. Какой у нас удивительный Бог! Давайте склоним наши головы в общей молитве. Наш любящий Отец Небесный, какой ты удивительный Бог! Мы благодарим Тебя за тот огонь, который Ты разжигаешь на этом месте. Благодарим Тебя за драгоценный пример служения, который Иисус дал каждому из нас. Особенно благодарим Тебя за понимание того, что именно состояние Церкви обуславливает отношение людей в этом мире к Тебе. Даруй нам благодать, чтобы, когда мы пойдем в наши общины, мы были примером не только в нежной любви к Тебе, но чтобы мы были наполнены любовью Иисуса в наших сердцах настолько сильно, что мы любили друг друга так, как Христос возлюбил нас. Мы можем приблизиться друг к другу узами Твоей любви. Мы можем стать единым телом во имя Иисуса. И когда Иисус явит Себя через нас в этом мире, Его отношение к людям проявится в наших отношениях с окружающими нас людьми, тогда мир увидит это и будет привлечен к Тебе. Многие пожелают понять и познать того, кто возлюбил их и будет любить их вечно. Пошли нас сегодня к людям, даровав нам Духа Твоего. Просим во имя драгоценного, во имя Иисуса Христа. Аминь. Идите в вере сегодня. Слава Богу.